Детские конкурсы красоты проводятся в городе достаточно редко, поэтому участников они собирают много. Нынешние звездочки Нефтеюганска не стал исключением. Побороться за главные титулы собралось 22 человека. Кто-то любит играть на музыкальных инструментах, другие активно занимаются спортом. Не забывают и про пение с танцами. Чтобы помочь ребятам максимально раскрыться на конкурсе, с ними провели полтора месяца обязательных занятий. Голубые глазки, как две чудесные сказки. Родилась я в Сибири 28 февраля. В чудном городе Юганске, поглядите на меня. Проведена была работа у нас также хореографическая, вокал. То есть у нас Оксана Ивановна Горобец проводила с ними вокальные репетиции. С каждым индивидуально, то есть детки все присутствовали, даже те, которые танцевали. Представление, показ талантов, дефиле и бал. Вот какие этапы нужно пройти конкурсантам для получения громких титулов мистера и мисс звездочки Нефтеюганска. Помимо этого, организаторы ввели еще несколько номинаций, чтобы по достоинству оценить каждого участника. Арсений Галямов стал обладателем сразу двух титулов – мистер интернет и мистер уверенность. Потому что я думаю, что я хорошо сыграю на баяне и всегда улыбаюсь. А улыбка – это достойная вещь на концерте. В дальнейшем организаторы хотят сделать конкурс красоты ежегодным, чтобы каждый ребенок смог продемонстрировать свой талант и получить возможность стать самым лучшим. Екатерина Балагина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».